Сегодня я хочу вас познакомить с книгой, которая называется «Как устроен город». И это продолжение нашей замечательной энциклопедии для малышей в сказках. Когда ребенок маленький, он находится в своей кроватке и дальше в своей комнате ничего не видит. Но когда он начинает расти, он выходит во двор, а потом и на улицу. И с помощью этой книжки он узнает, как устроен город. Ведь в городе столько всего интересного. Он узнает, что происходит в парикмахерской, как нужно вести себя в магазине, какие правила дорожного движения существуют, что бывает в парке, как работает пожарная команда и много-много интересного. О городе он узнает с помощью нового друга. Этот друг – мальчик Дима, а еще новый его знакомый – это Леший. Он живет в лесу и никогда не был в городе, а Дима будет ему все-все показывать и рассказывать. И вот о приключениях этого самого Лешего, Леши, вы узнаете, прочитав эту книжку.